Его зовут Сеня. Это история о простой лошади. Я очень надеюсь, что эта история со счастливым концом. Я очень надеюсь... Понятно? Его зовут Сеня. Его зовут Сеня. Это история простой лошади. Я очень надеюсь, что эта история закончится счастливо. Сейчас я вошла на плац и просто наблюдаю за лошадью. Мне было достаточно, что он уступил мне дорогу, когда я входила. Он убежал от броска моей веревки. Я ему даю комфорт и наблюдаю за ним. Сеня ведет себя достаточно уверенно. Его заявка яркая и в то же время дружелюбная. Его хвост весь в репейнике. Наверное, он никому не давал себя почистить. На нее смотрится. Я пытаюсь связать с ним диалог. Сначала я наблюдаю за тем, что он делает. Затем пытаюсь спровоцировать его. Он с вниманием относится к тому, что я делаю, но очень спокоен. Он как бы спрашивает меня, что ты еще можешь предложить, что интересненького. Ах, веревка. Я знаю, что такое веревка в руках человека. Мне это совсем не интересно. Тогда я пытаюсь остановить его, пересекая линию плеча. Он останавливается. Я пытаюсь привлечь его внимание. В ответ он задает мне вопрос. Ну что? Опять веревка и опять отворачивается. На такие провокации он больше не отвечает. Но как только он задает мне вопрос, конечно, я останавливаюсь и даю ему комфорт. Я опускаю взгляд, я опускаю плечи, я пытаюсь объяснить ему, что мне очень хочется диалога с ним. Сейчас я открыла ему путь, он идет вперед. По-прежнему Сеня иногда поворачивает голову ко мне, чтобы спросить, что ты хочешь. Пока он не понимает ответа на все мои провокации. Сейчас я побежала, пересекла линию плеча. Он остановился.
При приглашении Сени он не отвечает. Для него веревка в моих руках и вообще мое присутствие не отличается особым дискомфортом. Тогда я попытаюсь более жестко обратить на себя внимание, попытаюсь пройти насквозь. Я пытаюсь сделать это очень артистично, но проигрываю, потому что остаюсь стоять, да? На месте. Я видела. Потому что остаюсь стоять на месте точно так же, как и конь. Вторая моя попытка, несмотря на то, что я уверенно пошла и била веревкой по земле, также была неудачна, потому что Сеня отреагировал. Лошадь бы ни за что мне не уступила, просто бы отбила по клеенке. Но Сеня сбежал, значит, все-таки мне удалось его убедить. Как только лошадь смотрит на меня, я останавливаюсь, давая ему комфорт. Я всячески подчеркиваю и поддерживаю. Когда он смотрит на меня, задает мне вопросы, когда начинается диалог, я всячески подчеркиваю свое желание начать с ним диалог. Я всегда даю ему комфорт, когда он во внимании ко мне. Тем же самым вниманием является то, что лошадь уходит с моего пути. И опять-таки я тут же даю лошади комфорт, награждая это внимание. И вот Сене уже стало интересно. Когда я к нему приближаюсь, он уходит с моего пути. Это уже диалог. Лошадь думает обо мне. Начинается более динамичная часть. Смотрите, я блокирую движение лошади. И как только Сеня бежит к одному углу, я практически в тот же момент бегу в противоположную сторону. Потому что я предугадываю его стремление сбежать. И сейчас он убежал, но я делаю вид, что мне так и надо. Чтоб Сеня так бегал, да? На манеже от человека, да? Площадь, на которой мы работаем с Сеней, очень большая. И здесь очевидно то, что мы можем победить лошадь, да? Обыграть все дело так, что мы ловче, хитрее и умнее. Весь секрет в том, что мы пересекаем линию плеча лошади. Таким образом, мы блокируем лошадь в одном углу, несмотря на расстояние. Наконец-то лошадь задумалась. Я тоже, когда стояла после всей этой беготни, никак не могла отдышаться.
Я не позволяю Сене отвлекаться и привлекаю внимание к себе. И Сеня крепко задумался о том, что мы с ним вдвоем делаем на этом плацу, в этом мире, в городе Псков. Наконец, мои сигналы, логика моих действий стала понятна лошади. Подумав, он все взвесил, все за и против, и все-таки ко мне подошел. Это было большим подарком для меня. Если вы действуете понятно и логично для лошади, любая лошадь обязательно в конце концов подойдет к вам и будет рада общению с вами, потому что своими действиями вы объясняете ей, что вы рады диалогу и общению. Вы лишь просите внимания лошади. А за этим, как видите, следует уважение, потому что лошадь следует за вами и, не обгоняя вас, останавливается. Когда останавливаетесь вы, это здорово, это тоже волшебные моменты. Это было великолепное ощущение мощности и энергии этого коня, его уверенность и в то же время его доброта, наивность, его доверчивость, его дружба. Все это настолько покоряет. Это было замечательно. Обалдеть, Юля, у меня нет слов, просто нет слов. Даже слезы на глазах наворачиваются. Как теленок. Чтобы Сеня так ходил, я в шоке. Его зовут Сеня. Это история простой лошади. Я очень надеюсь, что эта история закончится счастливо.